Здравствуйте, дорогие ребята, читатели библиотеки имени Сапаргали Бегалина. Мы продолжаем занятие кружка бисера плетения. Сегодня мы попробуем сплести вот такие вот колечки, то есть одно кольцо. Поэтому нам понадобятся крупные бусинки, бисер, ну а также проволочка. Отметьте сантиметров 50 проволочки и на него наберите 6 бусинок. Когда вы наберете 6 бусинок, нужно один конец пропустить навстречу этим бусинкам через все бусинки, через все 6 бусинок. Итак, мы пропустили через все 6 бусинок вот таким вот образом и затянули. Когда вы затянете, у вас получится вот такое вот кольцо из 6 бусинок и проволочки. Теперь возьмите один любой конец проволоки и пропустите через ту бусинку, из которой выходит проволочка, то есть с другой стороны. Нам необходимо, чтобы из этой бусинки выходили два конца проволоки. Вот так вот. Теперь на каждую сторону наберите по 5 бисеринок. Когда вы наберете 5 бисеринок, нужно взять бусинку того же цвета и через нее пропустить оба конца проволоки. Вот таким образом. Теперь опять на каждую сторону набираем по 5 бисеринок. Раз, два, три, четыре и пять. Это я набрала на одну сторону, теперь на другую сторону набираем столько же, то есть 5 бисеринок. Итак, у нас набраны по 5 бисеринок. Вот у нас получилась как бы буква X. Теперь мы ее накладываем на этот круг из бусин. Находим ту бусинку, которая находится параллельно вот этой. Вот. Вот таким образом. И теперь мы проволочки пропускаем через эту бусинку. Одну проволочку со своей стороны. Слева направо натягиваем и другую справа налево. Вот так вот. Теперь опять у нас проволочки выходят из одной бусинки с двух сторон. Теперь надо на одну сторону набрать 5 бисеринок, а на другую 7. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь мы берем ту сторону, где у нас 5 бисеринок, и пропускаем через верхние 2 бисеринки, где у нас набраны 7. Пропускаем через 2. Вот так вот. И все это мы затягиваем. Вот что у вас должно получиться. Теперь опять мы набираем также 5 и 7 и пропускаем через 2. Когда вы это сделаете, у вас получится вот такой ободочек, то есть это размер вашего пальчика будет. Когда вы определились с размером, то надо уже последние набрать по 5 бисеринок. Когда вы их наберете, то тоже параллельная бусинка, через которую вы пропускаете опять слева направо и справа налево, и все это затягиваете. Вот что у вас получится, вот такое кольцо. Проволочку мы просто срезать не можем, иначе у нас все рассыпется, поэтому проволочку нужно пропустить через все крупные бусинки с одной стороны и с другой стороны, другую сторону проволочки, пропустить через все крупные бусины и уже потом отрезать лишние. И так у вас получится вот такое вот кольцо.
Я надеюсь, что вы справились с этим. До свидания.